обидели, будут очищаться словно после омовения. О, Халидас, посмотри на них. Они будто вылезли из какой-то ямы. Они так смердят, хоть и являются выходцами из брахманической семьи, но им не избежать самых страшных ужасов. Пожалуйста, Халидас, давай спасем. Воспевайте святые имена! Только в них вы найдете ту сладость, которую ищете в вине. Кто ты такой? Мое имя Аватфу. Сейчас. На! Что за честь? Бесстрастующего монаха! Просто предайся мне, и я избавлю тебя
от всех грехов, от всех грехов. Но Господь, как это возможно?